Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики. С вами компания Arbat Homes и Солнечная Алания, и я, ведущая нашего YouTube-канала, Татьяна Пикер. Сегодня для вас очень-очень интересное предложение. Квартира большой площадью 135 квадратов, 3 плюс 1 четырехкомнатная квартира, стоимость 60 тысяч евро. Комплекс находится в Махмутларе, рядом со вторничным рынком фермерским. Поэтому давайте скорее с вами идем в квартиру и смотрим ее детально. Начинаем наш обзор по традиции с коридора. Напоминаю, квартира 3 плюс 1, 135 квадратных метров. Сразу скажу, дом не новый, дому 20 лет, но в квартире сделан ремонт. Будем все смотреть подробненько и буду рассказывать, что где поменяли. Холл просторный, это хорошо. Сюда можно вставить на 50 сантиметров встроенный шкаф. А сюда можно повешать зеркало, будет более уютно. Везде на полу лежит ламинат. Планировка хорошая. Небольшая кухня, сразу скажу, но изюминка в том, что кухня у нас зонированная. То есть не американская кухня, а она находится здесь в отдалении. Ниша для холодильника. Был установлен новый кухонный гарнитур белой, вот такой черной цветовой гамме. Здесь у нас место для газовой или электрической плиты, как вам больше нравится. И в стоимость входит также посудомойка фирмы Bosch. Окно, выход имеется свой на балкон. В этой квартире только один балкон квартиры выходит на северную сторону. Очень комфортная, очень уютная зона гостиной. Что у нас здесь есть из мебели? Два кресла, цветовая гамма приятная, два дивана, диваны новые, светло-бежевый, хотел сказать, бежевый и коричневый. Можно сказать, что это у нас две полуторки в гостиной. Мы уже с оператором отодвинули спинки, как вы видите. Вот, давай я выйду, покажу. Два чайных столика, телевизор, в стоимость все входит. Также на полу имеется ламинат. Вот, посмотрите, я сейчас попытаюсь. Вот. И, пожалуйста, вам полуторка. Так что еще два спальных места есть у нас в гостиной. Следующее. Справа от коридора идет небольшой холл. Что мы здесь имеем? Сразу первый – это санузел. Это туалет а-ля турка, то есть напольный. Раковина имеется без душевой кабины. Что делают иностранцы, которые приезжают сюда? Не очень, конечно, иностранцы, привыкшие к таким туалетам. Вы можете это закрыть и сделать из этой комнаты прачечную. Стиральная машина, полочки, шкаф, и все будет так, как вам понравится это больше. Следующий. Второй санузел, также со всей сантехникой и с душевой кабиной. Следующая комната, я бы сказала, что это не гостевая, это рабочий кабинет. Что мы имеем из мебели? Из мебели это только диван. Поставить можно рабочий стол, компьютер и, пожалуйста, те люди, кто занимаются удаленно, компьютерщики, я люблю называть вас, пожалуйста, вам отдельный рабочий кабинет. Следующая комната детская, небольшой шкаф имеется, кондиционер, все в хорошем состоянии, две односпальные кровати. И понравилась мне спальня родительская, одна двуспальная кровать, достаточно вместительный платяной шкаф, имеется кондиционер, текстиль, все новое, и есть место, углубление для гардеробной. Вы можете использовать это углубление под кладовку, но лучше всего, конечно, сделать гардеробную. Хотите, также поставьте дверь и устанавливайте с левой или с правой стороны полочки, вешалки для одежды, можете установить также дверь. Вот и все, готовая ваша гардеробная. Мне понравилось то, что в этот коридор у нас есть какой вход. Дверь купе очень удобно. Итак, дорогие мои,
Сейчас я выхожу на балкон, подведу итог. Балкон в этой квартире один. Выход есть из гостиной и из кухонной зоны. Зоны. Как вы видите, обновлена плитка на балконе, свежий. Немножко порассуждали мы с оператором, куда вынести кухонную зону. Самое подходящее место – это застеклить балкон и поставить обеденный стол сюда, потому что на кухне не очень комфортно, будет тесновато, если вы поставите туда стол. Что мы имеем? Что мы с вами сегодня смотрели? 3 плюс 1 квартира, площадь 135 квадратных метров. Квартира находится в районе Махмутлар в комплексе из 4 блоков с красивой, большой, ухоженной зеленой территорией и большим плавательным бассейном, а также с детской секцией. В чем также плюс этого предложения? В том, что рядом с комплексом по вторникам, как раз сегодня, проходит вторничный рынок фермерский. И вход в комплекс есть как с западной, так и с восточной стороны. Не хотите идти через фермеров, можете напрямую пройти через другой вход. 135 квадратов, 60 тысяч евро стоимость этой квартиры. Все, что есть в этом предложении, все, что увидите в нашем ролике, бытовая техника, кондиционеры, а также вся новая мебель, в стоимость у нас входит. Я очень люблю показывать квартиры с изюминкой, например, или очень красивый вид на море или на горы, или очень интересная привлекательная цена, или очень красивая, как вы любите говорить, фаршированная квартира, да, с фаршем, полностью упакованная. Вот недавно мы снимали такой ролик, или такой вариант. У этой квартиры изюминка в чем? В большой площади, в том, что она уже отреставрированная, в том, что это центр и стоимость 60 тысяч евро. Дорогие мои, на самом деле таких цен уже нет, поэтому пользуйтесь случаем, как говорил Леонид Якубович, и приобретайте эту квартиру. Звоните, пишите в комментариях, спрашивайте все, что вам интересно. С вами была компания Arbat Homes, Татьяна Пикер, Зелани, благодарю за лайк. Пока-пока.